В год человека труда в Чувашии проходит конкурс видеороликов «Трудом великим славен человек». Студенты техникумов и колледжей получили задание ярко и интересно рассказать о своей специальности. Я не сын олигарха. У меня нет высокопоставленных знакомых, способных помочь мне в будущем. И я ясно вижу, что путь к успеху лежит через труд, ежедневный. Аграрии, медики, кулинары, нефтяники, программисты. Вы узнаете много нового об этих профессиях, если зайдете на страничку конкурса видеороликов. Там пока 19 работ, среди которых есть зарисовки студентов из Уфы и Севастополя. Будущий программист Александр Кузьмин недавно увидел себя во сне учителем. О том, как прошел его день, он и рассказал в своем ролике. Профессия учителя из чего состоит? Учитель заходит в учебное заведение, со всеми здоровается, приветствует всех. Затем берет журнал, естественно, в столовую идет и, собственно, проводит урок сам. Ну, про это все я и рассказал в моем видеоролике. Профессия учителя, мне кажется, не каждому дано им быть. Нужно быть ответственным человеком, целеустремленным, чтобы твоему примеру последовали другие люди. В конкурсе несколько номинаций. Ребятам предлагается не только описать свое дело, но и рассказать о трудовых династиях или знаменитостях в профессии. Во-первых, хотелось бы, чтобы больше студентов было, выполняли такие работы, творческие работы, и показывали свое видение в своей профессии, которые они вступили и учатся, обучаются, возможно, кто-то уже закончил. А еще хотелось бы, чтобы зрители, которые тоже будут смотреть эти ролики в интернете, увидели с другой стороны ту или иную специальность, которая представлена в этих работах. Награждение победителей конкурса пройдет 28 февраля. А пока у студентов Чувашии еще есть немного времени, чтобы ярко рассказать о своей специальности. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика.